Короче, что мы сегодня? Сегодня суббота у нас. Мы взяли пивасика. Не пейте за рулем. Это преступление. Взяли пивасика. Пассажирам можно. Решили с тестем протестировать, короче, УАЗика. В Тюмени выпало очень много снега. Мы у нас... Сейчас камеру настроим. Месячная. У нас в родной деревне, короче, месячная норма под 50-60 сантиметров выпало. Вот УАЗик сигнализирует, видите, что нужно пристегнуться мне, водителю. Причем он говорит только о водителе. Короче, продолжаем выпуск мы про УАЗ Патриот. Машина класс. Да, тесте сейчас прокатил, немножко тут до озера доехали, заценил он. Впереди нас, кстати, шла по Насту вообще Нива Шевролет. Ну и, естественно, мы вообще себя королями чувствовали. Ни мосты даже не зацепили ни разу нигде. Ну, я имею в виду вот эту бровку серединную. Люди чистят снег во всей деревне. Короче, чуть-чуть пока не стемнело, побуксуем где-нибудь, посмотрим. Поснимаем с улицы, посмотрите, как он вообще идет. Ну, доехал до Тюмени 60 километров. Раздражает, конечно, вот этот гул раздатки. Но не самой раздатки, а вот этого рычага переключения. Вот я за него берусь, и тишина сразу в салоне. Отпускаю, и вот этот такой трекот какой-то идет, пластика. Ну, короче, мне сказали, что нужно туда просто поролоном набить вовнутрь. И будет потише, ну и может каким-то шумоизоляционным материалом. А так вот, вторая, бодрячок, 96 километров пробега, третья на полном приводе. Сегодня попробовал еще по асфальту на 2 ВД, на задке, вообще обалденно. В машине тепло. Машина мягкая, багажник вообще сегодня шокировал своими размерами. Обычно едем в деревню, постоянно продукты покупаем родителям, там еще что-то, какие-то санки детям там и так далее. И здесь получается просто все загрузили там, и еще столько же войдет как минимум. Всем ехать комфортно. Да. Не, ну, бля, едет он, конечно, блядь, по сравнению с Нивой. Ну, блядь, колья, смотри, какая. Если брать вот эту твою короткую Ниву, блядь, небо и земля вообще. У нее база, блядь. Нет, дело без базы, дело вообще просто во всем. Даже хуй, даже в какой-то снег где-то что-то, знаешь, попал, а? Ладно, запишем твои эмоции. Что ты скажешь? Пизда руля, ребята. Потихонечку. Сажусь я в этот автомашин. Вау. Вау. О, как мягко ходит. Мягко ходит. Все. Так, лево-право крутится, руль, нет? УАЗ, ёпта. Пробегу-то, ой, пробегу. Сколько? 108 километров, ёпты. Миллионов километров. 108 километров. Ой, машина. Ой, Жигули, Жигули. Ой, кошка, кошка, кошка. Ой, котёнок. Ой, Жигули, Жигули, Жигули. Зачем третья, вторая давай? Зачем вторая? Вот, все. Уходим в леса. Включи первую, кого ты мучаешься? Зачем? Это же 2.7, это легендарнейший двигатель. Ну только давай без царапин. Красиво, а? Давай только без царапин. Давай. Еще жидкого стекла не нанесли. А ты для чего купил машину, да? Не, ну жидкое стекло сейчас нанесу, потом уже можно царапать слоя на 3 хотя бы. Сейчас пока не надо. Ну слушай, неплохо идем. Охуительно идет. Я тебе честно скажу. Вот это я сейчас сюда ехал. Мы с тестем прокатились, он охуенный.
не суйся, блядь, сейчас сядем нахуй, потом будем ебаться. Ни лопаты, ни хуя, я такой, сиди, блядь, не пизди, пей пиво. Видел, какая тема? Да. Нормально он идет. Охуительно. Мягонько, тепло, охуенно, да? Часик, что еще надо? Мягко, охуенно, мягко. Согласен? То есть, уже не сравнить с тем УАЗом, который был раньше, да? Ну, реально. У меня же был Хантер. Ну, ты помнишь. Это не то. Вообще не то пальто, да? Это пиздец. Это не то пальто уже. Это уже такое... Это пальто с подкладом. Это с подкладкой, да. И причем это не рыбий мех, блядь. Это не рыбий мех. Езжай прямо. Это я на участок заезжал. Езжай прямо. Это причем это с подкладкой, причем с такой... С вельветовой чебурашкой, я бы сказал. Нормально он идет. Сколько снегу? Ну, сантиметров 30-40 выпало. 30 есть точно. Да, точно. В принципе, он неплохо идет. 30-40, да, местами. Учитывая, что это стас. Смело. Учитывая, что это сток на стоковой резине. Да. Блять, посмотри. Просто едет. И в салоне, я тебе скажу, мы сидим в минусовую температуру в футболках, кофтах. И мягонько, блядь. А? Да. Согласен? Пьем пиво, оно даже не пенится, блядь. Ну это что, хуёво разве? Я считаю, что это охуительно. Наши молодцы, блядь, научились делать более-менее машины, блядь, человечьи. Это кто тут сказался? А? Это грязно, грязно. Да это вон сейчас чистили. Это кому? Да хер его знает, кому-то трактор пошел. Гусеничный, по-моему, или какой. АБС-ки нет? Яичков нет. Яичков, конечно, а БСК есть. Какого, блин, 2700? А? 2700. Здесь только нету этого, ESP, там вот эти всякие. Ох, там. Ой, не нужно здесь. Но это за миллион, когда комплектация, там есть, это ESP. Все есть. Ой, бля. На за миллион сто там ESP, АПП, блядь, там ББ, блядь, ВВВ, там все есть. А здесь только АБС. Да нахуй, ничего не надо. Щеточки плавно ходят. Ну и что, как тебе вообще так? Заебись. Нормально? Вполне. Муравейник. Тут, блядь, Нива-то нахуй. Еле-еле, блядь, и то хуй за отходом, если пойдет, блядь. Муравейник. Что ты, блядь, Стаса слушаешь? Я что, блядь, не знаю, какие муравейники. Первый раз уже на машине еду, блядь. Блять, на снегоходе то нахуй буксовал, блять, а тут на ауди, а, блять. Ну, ты понимаешь, сейчас повестку получше так-то. Вообще охуенно сделали. Конечно, заебись, блядь. Как не заебись-то, блядь, ты мне рассказывал, что у меня Audi так же идет, блядь. Не торопись, пожалуйста, чтобы не поцарапать, блядь. Иди сейчас Audi сюда, свою загони, я посмотрю на тебя. Давай, давай эти приколы, я буду сзади ехать просто. А? Давай. Давай. В Тюмень надо ехать. А, блядь, Ауди-то у меня в Тюмени, ебаный его. Нет, Ланс, я не поеду, Ланс не пойдет здесь. Да кого, блядь, это пизду, блядь, слушай, нахуй. Сказки, блядь, сказки. Я думал, Ауди здесь, я хотел прямо сесть тоже. Да, да, да. Ты сейчас иди, выйди, блядь. Провалишься нахуй по пол колена, блядь. Тут под джагик-то еще, блядь. Блокировками, блядь, пойдет нам.
это все. Да им вообще похуй, я тебе говорю, это, блядь, патриот нахуй. Я посмотрел, как он ходит, блядь. Ему вообще похуй, блядь. Ну хуй не брякал нахуй, да, блядь. Нахуй, давай выезжай. Да, ну понятно, что туда не поеду. Поцарапаю. За него отдавать, согласен? Ну да. А вот, блядь, 700 рублей она стоит. Да? 700 стоит, но миллион она не стоит. Согласен? Вот я говорю, смотрю, сколько много этих, блядь, всяких видео, блядь, блогеров, хуёгеров. И они начинают говорить, вот, отдал 1 100 000, блядь, машина, нахуй, заебись, блядь. И потом начались геморрои. Это не работает, то не работает. Так что ты, сука, хочешь? Да, блядь, это УАЗик. Ты изначально покупал УАЗик, да? Да. Колесо спустило? Нет, следы вон. Козочка. Козочка, козочка ходила. Ты что говоришь? Ладно, дальше. Дальше. Да, только что уебало. Вот он, крышки ебаный в рот. Его следы косули, та-та-та-та-та-та. Пуля. Она, короче, вот здесь в этом холме по-любому, вот там, колки в этой. Живет здесь, туда, в деревню не пошла. Развернулась и туда куда-то нырнула. Зайцы. О, два зайца, ебано все. Три зайца. Сука, камера не в ту сторону. Сейчас бы засняли, блядь. Все? Убежали. Ах, лжишка. От деревни, блядь. 50 метров. Ну, меньше. А? Зверушка какая-то перебегала, говорю.